Доктор рядом. Акция с таким названием, прерванная на время ковидных ограничений, возобновляет свою работу в областном центре. Медики консультируют ульяновцев по волнующим проблемам, связанным со здоровьем. И для этого совсем не обязательно идти в поликлинику. Гульнара Шарипова продолжит тему. Измерить рост, вес, глазное и артериальное давление. Проверить уровень холестерина и сахара в крови. Все за 20 минут и в одном помещении. Акцию «Доктор рядом» возобновили в одной из городских библиотек из Свияжского района. Каждый выезд – это 60 обследованных человек. Тут же корректируем лечение или назначаем, если это требуется. Если жителям требуется углубленное обследование, мы приглашаем уже их в центр здоровья, где они могут получить полноценную консультацию врача-терапевта или направляем узким специалистам в 4-ю поликлинику, которая находится рядом с нашим центром здоровья. Кровь взяли, давление проверили, вес проверили, высоту, вот все проверили, все сдали. Очень нам понравилось. Очень нам. Ну, хорошо, через дорогу, недалеко нам идти, вот, на самом деле. Рядышком живем. По традиции, специалисты 7 городских центров здоровья будут посещать библиотеки во всех районах Ульяновска раз в неделю. Один раз в месяц всех желающих ждут там же, на лекции о здоровом образе жизни. Ходят с удовольствием, но 15-20 человек. Мы делаем интересные презентации, где очень красиво и красочно все показываем и объясняем на слайдах. Ну и отвечаем на вопросы, ответы. У нас происходят беседы с пожилым населением. Очень много вопросов у них, на которые мы стараемся ответить. Следующая лекция о постковидном синдроме и способах его лечения пройдет 8 апреля в библиотеке номер 18. Акцию «Доктор рядом» 1 апреля примет первая библиотека. Гульнара Шарипова, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.